Итак, друзья, получилась вот такая вот замечательная односпальная кровать. Получился довольно-таки интересный результат, на мой взгляд. А все узоры изготовлены из трубы 20 на 20, стенка 1,5. А перемычки перекладины, также труба 20 на 20. Так это все выглядит с установленным матрасом. Лично мне результат очень понравился. Работой я своей доволен. Друзья, кому интересны размеры заготовок, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Давайте наберем 5000 лайков, и я опубликую размеры заготовок в сообществе на канале. Мира, добра вашему дому, здоровья вам и вашим родным. До новых встреч в следующих роликах.